Всем привет, дамы и господа, с вами Донбасс. Сегодня мы будем наблюдать за гранд-финалом про-серии 12 сезона. Команда АТН из Польши будет играть против финляндских ребят из команды For Anchors and Sea Captain. По 1-0 будет начинаться у нас гранд-финал в пользу команды АТН за поляками. Ну, решил я записать маленькие такие слова перед гранд-финалом, чего мне ожидать, чего вам ожидать, дорогие зрители. Ну, прежде всего, стоит ожидать, конечно же, борьбы, которая должна быть, которую должны показывать команды, все-таки гранд-финал. Ну и кто же выйдет победителем из этого гранд-финала, сказать очень сложно, так как ребята очень серьезные, ну и должны, понятное дело, показывать высший уровень, высший пилотаж, по-другому никак. Ну, что еще хочу сказать, ну, то, что команда АТН, мне кажется, должны, мне кажется, все-таки победить, но мое субъективное мнение, все-таки болею больше за поляков. Ну, ребята там молодые, очень молодая команда, которая, мне кажется, добьется своего результата, как раз начиная с про-серии, ребята будут постоянно и наращивать тот самый ком, ну и, возможно, мы увидим их на The International совсем скоро, возможно, в следующем году. Ну, команда молодая, потому что ребята молодые. Самому молодому игроку там 14 лет. Ну, кто может в 14 лет такие результаты показывать про серии? Ну, только поляки, мне кажется. Ну и также не стоит недооценивать ребят с команды For Anchors and Sea Captain. Все же ребята были уже в стар-серии, ребята были уже на том высоком уровне, так что мне кажется, все-таки ребята покажут достойную борьбу, несмотря на то, что они будут начинать со счета 1-0 в проигрыше, все же должны они показывать то, что должны, вот как я скажу. Поэтому все же ожидаем этот гранд-финал, совсем скоро он будет, так что заходите, смотрите, болейте за любимые команды, и, конечно же, все будет круто. Ну что же, будем прощаться с этим блогом. Для вас это все высказывал, для вас рассказывал все свои мысли у нас Донбасс. Ну и ждем гранд-финал.